Стал я первым поэтом России, кто, пройдя сквозь годину невзгод, сам не веря в небесные силы, призывал к светлой вере народ. Кто себя видел с радостью в ближнем и заблудших пускал на порог, а несбыточность многого в жизни принимал за неспосланный рог. Кто сказал о себе, что он русский? Тихо, твердо, достойно сказал, и в расчете на долю получше нужной крови своей не искал. Не протягивал руку заезжим, чуждым людям, кто в край наш привез в назидание русским невеждам своих ценностей лживый обоз, не смотрел с умилением на запад, не коверкал родимый язык, а за черным, нелепым квадратом слышал жалкой бездарности крик. И в эпоху, когда за мессию выдают нам гламурных шутов, стал я первым поэтом России за пронзительность сказанных слов.